Сказки и всякие там чудеса. А мой папа, между прочим, кандидат технических наук. И в настоящее время мы с ним работаем над одним изобретением. Подожди ты со своим изобретением, профессор. Неужели вы все очкарики лишены воображения? Не бывает наши дни чудес на свете. Для тех, кто не верит ни в сам. Нет, Кощея, это знают даже дети. А сказки живут тут и там. Лукоморья нет на карте, значит, сказку нет пути. Это присказка, не сказка, сказка будет впереди. Есть на курьих ножках сказки, то избушка. Поверить такое смешно. Там в царевну превращается лягушка, что смысла в наш век лишено. Лукоморья нет на карте, значит, в сказку нет пути. Это присказка, не сказка, сказка будет впереди. На вопросы нам наука даст ответы, а Снегурочка в сказке живет. Дальним звездам отправляются ракеты, но есть и ковер, самолет. Лукоморья нет на карте, значит, в сказку нет пути. Это присказка, не сказка, сказка будет впереди. Сюда. Лучше воронку я тебе достану, Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. Пошли. Ну, пожалуйста.
Знакомься, вот тебе настоящий волшебный Дед Мороз. Дед Мороз? Очень приятно. Витя, вы из какого театра? Нужно, я его стукну. Маша утверждает, что вы настоящий волшебный Дед Мороз. Конечно. В таком случае вам полагается настоящая волшебная Снегурочка. Где она? Ее украл Кощей Бессмертный. Захотел для своей нечисти Новый год устроить. Он знает, что Снегурочка только к добрым людям приходит. Вот он и спрятал ее в своем подземелье. Глядите. Без Нового года как жить? Только пробраться в Кощеево царство. Нелегкое дело. А мне туда пути нет. Я проберусь, я помогу Снегурочке. А не испугаешься, если я тебя в сказку впущу? Там ведь всякое бывает. Простите, вы не могли бы меня в сказку? Еще чего, так как Баба Яга на тебя взглянет, ты очки со страху потеряешь. Знаете, мне мама говорит, что девочек надо всегда защищать. И хотя я прекрасно понимаю, что никакой Бабы Яги нет, и это только одно малонаучное воображение, но все же... Ну хорошо, я согласен. Идите в сказку вдвоем. Там увидите... Что есть, а чего нет. Ну, а пока запомните. Ждет вас трудная дорога, в этом нет секрета. Чтобы вам помочь немного, дам я 3 совета. В сказке помощи не ждите, сами по дороге. Постарайтесь, помогите всем, кто ждет подмоги. Ожидает путь вас долгий, и к тому ж не скрою. Зло узнать под маской доброй нелегко порою. Коль в пути придется туго, надо... Не теряться, а покрепче друг за друга вам, друзья, держаться. А покрепче друг за друга вам, друзья, держаться. Особенного. Нет, особенно. Подумаешь. Пошли. Раз мы в волшебном лесу,
Значит, ты должен меня слушаться. Перестань воображать. Эх, бараночки, конфеты, бары, растобары. Мы лесные самоцветы, дикие гитары. Мы кричим, мы кричим и барабаним. А кого в лесу найдем, а кого в лесу найдем, с тем шутить не станем. На части разорвем, на части разорвем. Не можешь доминанте аккорд взять? Чего? На полтора октавы выше взял. На петуха он взял. Чего? Где Кощей за такую самодеятельность? Знаешь, что вместо Нового года сделает, да? Ну что? Что, что? Давай инструмент, вот что. Это жизнь моя грибочная. Все меня ругают. В родном коллективе. В родной пещере инструмент. Чего, я как могу так играть? Тихо, тихо, тихо. Ну ладно, ладно. Ладно. Хоть и нечисть, а тоже сайчувство имеет. Да ладно, ладно, на. Тревога! Кто-то наш лес пробрался! Сигнализация сработала! Кто это мог пробраться? Смотрим. Веники. Веники. Метелки. Веники. Стань стена прозрачной. Никого. Никого. Мы Снегурочку найдем в царстве тридесятом. Чтоб явился в каждый дом новый. Знаем без подсказки, что добро сильнее зла наяву и в сказке. Как же наш Новый год? Дядя Кощей обещал устроить его только для нас. Ой, они же за Снегурочкой идут. Ну, все. Да. Пропал наш Новый год. Это Дед Мороз послал. Да, будет нам от Кощея нахлобучка. Что ж делать-то, а? Ну, как же их это одолеть-то? Сажать? Не-не-не, надо их это... Не-не, надо их... Да не, надо их... Да не, надо их... Да нет, не надо! Чтобы их одолеть, надо их разлучить! Разлучить! И сожрать! Ой, мамка, Ёшка! Всё! Я к себе помчалась. Как? Заманю их в избушку и зажарю. Вместе поужинаем. А репетиция? После ужина. А сейчас я засаду. Быстро! Одолеем мы врага конный он или пеший. Уходи с пути, яга. Прочь с дороги леши, пусть дорога тяжела. Знаем без подсказки, что добро сильнее зла наяву и в сказке. Мне нравятся птички и рыбки, веселая трель ручейка. И я не могу без улыбки смотреть на полет мотылька. Здесь ждет вас ужин и ночлег, я печку истоплю. Ведь мальчик, я очень
люблю. Над кровлею старой избушки струится дымок голубой. Ко мне, как живые игрушки. Приходят зверюшки гурьбой. Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я печку истоплю. Ведь мальчик и девочек я очень люблю. Я с детства дружу с Белоснежкой. Все знают мою доброту. Спеши ко мне, путник, не мешкай. Я чую твой дух за версту. Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я печку истоплю. Дайте мальчик. Я очень люблю. А ведь мальчиков и девочек я очень-очень-очень-очень-очень люблю. Витя, Витя! Смотри, сказочная избушка. Не может быть. Тупик нечистой силы 13. Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом. Ну, пожалуйста. Чуть заела. Масло есть? Так, а сочек не быть. Как не быть? На-ка. Ну, чего там? Полный порядок. Теперь давай, поворачивайся. Ой, красота-то какая! Механизм просто в жутком состоянии содержится. Она во что, 100 лет не смазывалась? 150, касатик, 150. Вот как братец Иванушка, сестрица Аленушка последний раз заходились, с тех пор, значит, и вот... Прошу. Ешьте, пейте, гости дорогие. А далеко ли путь держите? В какие страны, государства заморские? По делам торговым, купеческим? Али воевать кого собрались? Видите ли, да? Первоначальная цель нашей экспедиции — проникнуть в так называемое Кощеево царство. Касатики мои, погубит вас Кощей. Утробушку выест, кровушку выпьет, белые косточки по ветру заразмечет. По-моему, вы несколько преувеличиваете возможности этого Кощея. Я? Да знаешь ли ты Кощееву силу? Иван-царевича кто погубил? Кощей. Финиста ясно сокола кто извел? Обратно он Кощей бессмертный. Их, касатики мои, и не мечтайте, не мечтайте супротив него идти. С
Спасибо большое, все было очень вкусно. И то, засиделись, заговорились. Ну-ка, вылезайте, деточки, на печь. Вот так, Машенька. Давай-ка, да, вот так, Витя. Утро вечера. Удриви. Состряпать обед на игрушки, из тины болотной блины, на первое суп из лягушки, салат из дурман белины, салат из дурман белины, салат из дурман. Маш, ты спишь? Нет. А ты? Я не сплю. Маша, по-моему, это Баба Яга. Да что ты, Витя? Это малонаучное воображение. Маш, чего? По-моему, она нас съесть хочет. Горите, дровишки, горите. Шуруйка, черешка, золу. Жаркое из Маши и Вити. Сегодня подам я к столу. Сегодня подам я к столу. Сегодня подам я. Кипи вода, гудячак. Кипи вода, гудячак. И даром я не сплю. Ведь мальчиков и девочек, ведь мальчиков и девочек я очень-очень-очень люблю. Витенька, она уже зубами лязгает. Ой, Витенька, миленький, я боюсь. У меня 8, мама Маша. Пойти, что ли, погулять? Для аппетиту. Ушла. Я не хочу, чтобы мы не ужинали. Спокойно. Мой папа – кандидат технических наук. Я не позволю, чтобы тебя съела неграмотная старуха. Закрыла. Тихо. Что за аппарат? А, это ступа. Что за ступа? Первый раз слышу. Это ступа, в которой бабайка летает. Летает? Знаешь, как она заводится? Не знаю, про это в сказках ничего не написано. Посмотрим. Интересно. Перед Кощей награда будет за мою службу. А ты знаешь волшебное слово, иначе она не заведется. Минуточку терпения. Эх вы, сказочники-волшебники, так и знал. Техника на грани малонаучной фантастики. Обыкновенный РПД. Что такое РПД? Реактивный порошковый двигатель. Садись. Приготовься. Ключ на старт. Зажигание. Протяжка. Продувка. 5, 4, 3, 2, 1. Пуф! Я теперь больше не буду тебя профессором называть. Хочешь?
Ну почему же? Называй, я не возражаю. Тогда я тебя очкариком называть не буду, хочешь? Вот очкариком не надо, спасибо. Напекая пирогов для друзей, не для врагов, а вокруг в лесу не человечка. Дверцу, путник, приоткрой, пирожок попробуй мой. И тебе спасибо, скажет печка. Как нам быть с бедою этой, Витя, посоветуй. Приближаться к ней опасно, знаешь ты прекрасно. Ведь еще мои поляны здесь полны обмана. Мы должны помочь в дороге всем, кто ждет подмоги. Машенька, помоги! Баба-яга меня камнями заложила. Отвори заслонку, освободи меня. Маша, осторожно! Витя, помоги! Дай, пожалуйста, платок. Ой, спасибо, дети. Угощайтесь. Мои пирожки вкусные. Бери, Витя. Спасибо большое, печка. Но мама мне категорически не разрешает есть на улице. Вот тебе, Машенька, горячий уголек. Куда он покатится, туда и ступайте. Он вам дорогу в Кощеево царство укажет. Спасибо большое. До свидания. Жилось привольно лешему, на славу я гулял. Конному, ни пешему прохода не давал. Но в город волей случая попал я, вот беда. С тех пор мне глушь дремучая постыла навсегда. Поверьте лешему, е-е-е-е, не лгу. Но жить по-прежнему я нема-нема-нема не могу. Что надо? Вы наш уголек не поднимали? Какой уголек? Ну, красненький. А, красненький? Нет, не поднимал. Что вы наделали? Как вам не стыдно? Ну, чему вас только в лесу учат? О том, что свет учения зимою и весной. Держу без исключения всей нечисти лесной. Обидно жить лохматыми, досадно пить из луж, когда вся сила в атоме и в химии к тому. Поверьте лешему, е-е-е-е, не лгу. Но жить по-прежнему я нема-нема-нема-не могу. Вот вы теперь при родителях содержитесь. Абрикосы кушаете, а я маму свою не знаю. Говорят, ведьма. А кто? Какая ведьма? Куда девалась? Все тебя шпыняют.
Все тебя срамят. Каждое тебя злодейство требует. А у меня, может, душа нежная, как цветок. Дядя Леха, дядя Леха, мы вас не хотели обидеть, но уходите, пожалуйста. За ласку твою могу дорогу в Кащеево царство указать. По-честному. За кого ты меня принимаешь? Только мальчишку этого брось. Пошли. Нет, я без Вити никуда не пойду. Отпусти! Ну, че ты с девчонкой связался? А? Брось ты ее. А я тебе как мужчина, мужчине, дорогу к Кащею покажу. Согласен? Спасибо, я согласен. По рукам? По рукам. Перестань трястись. Прости меня, мальчик. Прости, я больше не буду. Прости меня, мальчик. Отпусти меня. Я отпущу. Кем подослан? Баба-ягой. Цель? Разлучить вас. Говори, где дорога к Кащею. Не знаю. Меня туда не пущают. Отпусти меня, мальчик. Отпусти меня. Так и будет. Спасибо, мальчик. Пожалуйста. Спасибо, до свидания. До свидания. Чего это с ним? Пустяковый электрический заряд. И чего он так затрясся? Жалей меня, Машенька. Гнутся ветки до земли, некому ухаживать за мною. Утомились вы в пути, что вам стоит подойти? Яблочко отведать наливное. Нам быть с бедою этой, Витя, посоветуй. Приближаться к ней опасно, знаешь ты прекрасно. И чащоба, и поляны здесь полны обмана. Мы должны помочь в дороге всем, кто ждет подмоги. Бери. Ни в коем случае. Оно уже не мытое. Неудобно. Удобно. Спасибо, Маша и Витя. Возьмите еще яблочко. Бросьте на землю, куда оно покатится, туда и ступайте. Оно вам дорогу к Кащею укажет. Спасибо, яблонька. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания, Маша и Витя. Снегурочку найдем в царстве тридесятом, чтоб явился в каждый дом Новый год к ребятам. Пусть дорога тяжела, знаем без подсказки, что добро сильнее зла наяву и в сказке. Детки, все, цыплятки, слезай, приехали, садитесь.
дикий кот. Ха-да-ба-да. Мой первый ход, последний ход. Я кот Матвей, мой метод прост. Я не люблю тянуть кота за хвост. В моих зрачках ночной кошмар. Мяу! Один прыжок, один удар. Мяу! Мне ни к чему второй заход. Я не люблю тянуть хвоста за кот. Да нет, конечно, все наоборот. Я бью лишь раз, я быстрый, смел. Собаку я на этом съел. Я кот Матвей, мой метод прост. Я не люблю тянуть кота. Мяу-мяу-мяу-мяу за хвост. Дикий кот Матвей. Маша. Матвей. Витя. Дикий кот. Фу. У меня ведь, ребятки, по-простому. У меня без этих штучек, без хитростей. Я же им сразу предложил вас сожрать. И сожру? Сожрет. Вы, грибочки, пока попрощайтесь между собой. Поцелуйтесь, поплачьте. Хотите повыть? Войте. Я страсть люблю, когда воют. Что делать? А еще и люблю, чтобы мне сказки сказывали. Давай, девочка, заводи сказку. Иди сюда. Начинай. Сказка про репку. Про кого? Да про репку. А, про это можно. Дозволяю. Давай. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Тянет дед, потянет, вытянуть не может. Слабый, значит, дед попался. Понимаю. Позвал дед бабку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Слабое было поколение. Ну? Позвала бабка Жучку. Кто такая? Ну, Жучка, собачка маленькая. Гав-гав. Не надо Жучку, пропускаем. Позвала то есть гав-гав, которую пропускаем, позвала она кошку. Ха, вот это совсем другое дело. Одобряю. Давай дальше. Тянут, а вытянуть не могут. Вот в это я не верю. Ты меня прости, но этому я не верю. Маша, готова. Позвала кошка мышку. Вперед! Маша, бежим! Старичок, лесовичок, зацепился за сучок, самому никак не отцепиться. Провисел я здесь всю ночь, я прошу вас мне помочь. На тропинку с дерева спуститься. Как нам быть с бедою этой, Витя, посоветуй. Подходить к нему опасно, знаешь ты прекрасно. Эти чопы и поляны здесь полны обмана. Мы должны помочь в дороге всем. Ждет подмоги. Как помочь?
придумал. Спасибо, ребятки. Ой, Витя и Маша, спасибо. Вот как меня баба-яга за сучок подвесила. Ну, слезайте. А вы? Пионеры, небось, а? Еще нет, но стремимся. Правильно, стремитесь. А за то, что выручили меня, возьмите клубочек. Куда он покатится, туда за ним смело и ступайте. Приведет он вас к столбу каменному, к дороге Кощеевой. А по ней на север идите. Ну, ступайте за клубочком. Счастливо, Витя и Маша! Что-то не то. Надо посмотреть. Так, так. Все ясно. Баба-яга и ее ног дело. Вот вредная какая. Лесовичок говорил, на север идти надо. Проверим. Врешь, яга, не обманешь. Вон где север. Что мне делать, как быть? Я добра и доверчива слишком. И за это меня наказание жестокое ждет. Но страшнее для меня, что к девчонкам моим и мальчишкам без меня никогда, никогда не придет Новый год. Новый год. Вот и дошли. Ничего с нами особенного не случилось. Не боимся тебя, Кощей. Как бы не так. Это мы еще посмотрим. Отпусти Машу, Кощей, немедленно отпусти. Не видать тебе твоей Маши никогда. Уважаемый биолог, дорогой профессор кислых щей. Бьются люди три!
столетия над секретом долголетия. Его давно открыл Кощей. Папарабара, папарабара, папарабара. Я хитер, я зол и жаден, груб, жестокий, беспощаден. Хладнокровно действую мечом. Незнакомо мне волнение, сдал он сердце на хранение и не сожалеет ни о чем. Папарабара, папарабара, папарабара. Утром чахну я над златом, днем слоняюсь по палатам. Скучновато жизнь моя течет. Я бессмертен, то есть вечен, потому что бессердечен. Или может быть наоборот. Папарабара, папарабара, папарабара. Так что главное спокойствие. Вот так. Боишься меня? Тебя! Нисколечко! И не содрогаешься? Ни капельки! А чего мне тебя бояться? Я ведь все про тебя знаю. Смерть у тебя на конце иглы. Игла, яйце, яйцо в утке. Ну ладно, ладно, ладно! Разболталась! Вот я тебя сейчас... Что это с тобой? Зубами маюсь. Сам виноват, зубы запустил. Залежите ему. Да я ведь все волшебства и чародейства опробовал. 10 знахарей ворожеев сказил. Ничего не помогает. А что дашь, если я тебя вылечу? Все отдам. Только помоги. Освободи немедленно Снегурочку. Пойди сюда. Ой, какая девочка. Какая девочка. А что это у тебя? Нет, ты мне скажи сначала свое средство. Хитренький, сначала Снегурочку освободи. Нет, ты мне сначала скажи. Нет, ты сначала освободи. Нет, ты сначала. Нет, ты сначала. Нет, ты сначала. Нет, ты сначала. Нет, ты. Нет, ты. Нет, ты. Нет, ты. Ой, мамочки. Колдовские чары снимают Снегурочку, освобождаю. Поднимите ворота. Поднимите ворота. Поднимите ворота. Поднимите ворота. Соли, стакан воды. Плащи. Oh!
хорошо. Не болит. Я на солнышке ярком не таю, почему? Мне самой непонятно. Не хожу я, словно летаю, до того мне легко и приятно. Я спаслась из Кощеева плена, до чего же прекрасна свобода. И теперь Новый год непременно к нам придет после Старого года. Благодарна я Маше и Вите, не хожу я, а славно летаю. Пойте, птички, ромашки, цветите, с Новым годом я вас поздравляю. Я спаслась из Кощеева плена, да чего же прекрасна свобода. И теперь Новый год непременно к нам придет после Старого года. Ля-л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 я. Сидишь, старый черт, девчонка, разговоры разговариваешь, а того не знаешь, какая на тебя беда пришла. Да уж полная тебе выходит химия. Поединщик у ворот стоит, похваляется башку с тебя снять, брак твой вороном на ужин скормить. Кто таков? Да мальчишка. Доспехи мне. Меч, кладенец. Копьет самотык. Батюшка наш! Ну, батя, ты даешь. Дядя Кощей. Девчонку в железа. Вернусь, раз сказню. Она Снегурочку отпустить заставила. Вира! Смотрим, как ты против моего магнита устоишь, Кощей бессмертный. Нечего сказать, нашли поединщика. На ладонь положу, другой прихлопну, только мокрое место останется. Послушайте, Кощей, вы, наверное, не знаете, что мой папа кандидат технических наук. И сам я с детства очень интересуюсь наукой и техникой. Ась? Или это лягушонка в болоте квакает? Ладно, давайте по-честному, Кощей. Спасения вам нет. Нет, это не лягушонка. Это комаришка в лесу пищит. Отдайте мне Машу, на чем очень плохо придется. Ах, так! Берегись! Сошибу! Oh!
Убери свою волшебную рогатку, ты куда меня тянешь? Ну! Сдаешься? Сдаюсь. Ай! Отпусти немедленно Машу. Ладно, ладно, отпускаю твою Машу. Отпусти только ты меня. Витя, это я! Что это с ним? Я его сразил. Побежали. Ой, батя. Дядя Кощей. Батя. Ты живой, батя. Сатик, зашибся. Давай, батя. Где они? Сбежали, батя. Меч. Давай. Догнать их. Схватить. И сожрать! Спасибо, Витя, ты настоящий товарищ. Ну чего там, это бы каждый мальчик сделал. Нет, не каждый, а только смелый, всесторонне образованный. Вот они! Баба-Яга! Погоня, бежим, Маша! Не летать тебе на воле, голубь седокрылый. Нет спасенья в чистом поле от нечистой силы. Берегись, берегись, шутить не станем. Под землей тебя найдем, под землей тебя найдем. Из воды достанем, на части разорвем. Есть дорога, нет дороги от лихой погони. Не спасут тебя ни ноги, ни гнедые кони. Берегись, берегись, шутить не станем. Под землей тебя найдем, под землей тебя найдем. Из воды достанем, на части разорвем. Паша, быстрей! Будь ты спринтер, будь ты стайер, трижды чемпионом. Эх, не упустим, не отстанем, все равно догоним. Берегись, берегись, шутить не станем. Под землей тебя найдем, под землей тебя найдем. Из воды достанем, на части разорвем. На части разорвем. На части разорвем. Ну, погодите, я вам покажу. Вот тебе, Баба-Яга. Вот тебе, Баба-Яга, за Машу и Витю. Вот так вот тебе, вот тебе. Ух ты, нечисть зеленая. Иди сюда. Вот тебе. Получила? Ух, леший. Вот тебе, леший. Вот так вот, леший. Ух ты. Ну, кот, иди сюда, кот. Вот тебе, кот. Вот так вот. Вот будешь знать, вот будешь знать, кот. Вот вам все, вот вам все. Леший, вот бег дальше. Не бойтесь, Машенька и Витя. Бегите, я их задержу. Вот тебе кот Матвей, вот тебе Баба-Яга. Вот тебе леший, не трогайте маленьких детей. Нельзя трогать Машу и Витю. Витенька, я устала, я больше не могу. Прости, пожалуйста. Маша, подержи-ка. Что ты собираешься делать? Все, теперь я с ними сам драться буду.
Подержись за меня. За печку, Витя. Ну, баба-яга, подходи, подходи. Ну. Вот тебе, вот тебе. Ну, какой ты Матвей, ну давай поближе, подходи, подходи. Вот, вот, вот сюда, еще, 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 давай. Получилось. А кто следующий? Ах, леший. Ну-ка, ну-ка, давай поближе, подходи. Получилось. Вот будете знать, как нападать на Витику и Машеньку. А теперь получили? Спасибо тебе, Маша. Ведь ты что, я ведь ничего не... Нет, ты чего? Это потому тебе все помогали, что ты добрая и хорошая. Так и надо. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, доченька. Здравствуй, милая. Ой, спасибо, Машенька. Спасибо, Витя. Молодцы. Если я вас в сказку впущу, там ведь всякое бывает. С Новым годом! Я спаслась из Кощеева плена, и теперь Новый год к нам придет непременно. С Новым годом! Я бессмертен! То есть вечен. Ура! С Новым годом, дорогие ребята! Эники, пеники,
Метелки? Ой, дальше забыла. С Новым годом. А душа у меня нежная, как цветок. С Новым годом. Обещал сожрать и сожру. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. До свидания, ребята. До новых встреч. С Новым годом. Веники, пыники, метелки, веники. Вот и сказки конец.